I wanna be there. Хорошая одежда позволяет чувствовать себя увереннее и улучшить результат любой деятельности. В эфире самая модная программа Fashion is our profession, и я, ее ведущая, журналистка Ксения Голд. Сегодня в программе мы побываем на конкурсе талантов «Мисс и Миссис Минск 2021», а также узнаем о новом белорусском приложении для создания образов в дополненной реальности. Приветствуем вас на творческом этапе конкурса «Мисс и Миссис Минск 2021». С вами организатор Алена Лобанова, и вместе со мной сегодня Мария Романова, «Миссис Минск 2020». Скажу вам честно, для меня это самый интересный и самый увлекательный этап конкурса, потому что именно на нем каждая девушка проявляет себя по-новому, раскрывает свой творческий потенциал и демонстрирует свои способности. Мы с вами находимся в Platinum Lounge Bar. И сегодня, здесь и сейчас, нас с вами ожидает фееричное шоу. Белая, белая, русь,
которой прикасаюсь, к ее достоинству я открываю дверь. Ведь девушка, уверенная в красоте, других сумеет в этом убедить. И здесь ведь дело не в ее лице. Вся тайна кроется в душе. Вот, наконец, пришли мы к сути. На третьем курсе в институте решила конкурс «Мисс» я покорить, жюри своим талантом удивить. Так сильно мне понравилось тогда, что вот теперь, спустя уже года, обзаведясь дипломом и семьей, вступила я знакомую тропой. Яркий и воздушный образ Барби, любимый образ девочек. Розовая, пышная, воздушная юбка идеально подойдет для любого праздника. А очки наполнят ваш образ. Очередной раз убедились, насколько талантливы и активны наши девушки. Мы получили неимоверное эстетическое удовольствие от сегодняшнего шоу. Вы не представляете, чего стоило девушкам выступить. Это и месяцы подготовки, и неимоверные усилия вовремя взять себя в руки. И совсем скоро на финальном шоу мы огласим результаты и узнаем, кто же самая яркая, талантливая, творческая, харизматичная личность данного этапа. Талант – это то, что отличает нас от других. Смотрим следующий сюжет. Сейчас мы находимся в центре Минска, возле стены, посвященной легендарному артисту и певцу Виктору Цою. Сегодня мы здесь презентуем наше новое приложение по дополненной реальности R-Wall. Вообще представляет собой дополненная реальность. Дополненная реальность – это внедрение каких-то мнимых виртуальных объектов в реальное пространство. Файлы, картинки, видео, звуки – мы можем с ними как взаимодействовать, так и смотреть на их передвижение, звуки, смотреть, как они оживают. Приложение R-Wall дополненной реальности служит для воспроизведения 3D-образов. И для начала открытия проекта мы взяли образ легендарного Виктора Цоя. Покажем на его примере, как это вообще все работает. Мы открываем приложение R-Wall, наводим на картинку, и картинка воспроизводится видео со звуком. Телефон, камеры, распознает нейронные сети, что это картинка. И вспоминает, что на этой картинке должно быть видео какое-то. И оно воспроизводит его. Мы будем это использовать как и в 3D-сфере, как и в оживлении каких-то людей, фигур, картинок, рекламных баннеров, чтобы смотрелось красиво, чтобы смотрелось что-то по-новому, да. Как внедрение новой жизни в нашу жизнь. Приложение можно скачать по данному QR-коду. Вы наводите камеру телефона на данный объект, нажимаете на ссылку. И приложение, которое можно скачать. Нету QR-кода, и вы его нигде не видите. Просто заходите в Play Market, либо в App Store и вводите вот это название. Эта идея пришла моему папе в голову. Он порекомендовал и сказал: «Руслан, может, ты сделаешь?» А я сделал. Потому что 21 век за окном. Потому что технологии движутся вперед. И сейчас можно оживить любые предметы, любые рисунки, любые картинки. И Виктор Цой – это легенда, это мой любимый исполнитель, я на нем вырос. Поэтому мы, получив разрешение от правообладателя, согласовав с командой Александра Цоя,
Технологию можно применять в любых памятных местах. Кладбище, какие-то исторические места. То есть везде, где можно воссоздать великих людей. Технологии движутся вперед. И вот молодое поколение, это поколение, эти технологии двигают. Так что мы, мир меняется к лучшему. Если у вас все еще плохое настроение, срочно отправляйтесь за покупками и новыми нарядами. А наша программа подошла к концу. Это были самые горячие фэшн-тренды. С вами была Ксения Голд. Помощь бывает разная. Слушать и слышать, когда в этом особенно нуждаются. Объединить тех, кто вместе может сделать больше. Доставлять то, что жизненно необходимо. Говорить простыми словами о трудном. Помогать тем, кто помогает всем нам. Быть благодарным и причастным. Каждый из нас может стать тем, кто не остается в стороне. Кто действует во благо. Вместе мы сможем. Помогай с нами. I wanna be there.